Лето, а вместе с ним и велосипедный сезон подошли к концу. Итогом их стали 6 ДТП с участием несовершеннолетних на велотехнике. Основная причина – незнание детьми правил перехода дороги. Переезжая по зебре на велосипеде, юные участники движения не понимают, что подвергают свою жизнь серьезной опасности. Подъезжайте поближе, отходим от дороги. Так, ребят, у нас велосипед – это что? Транспортное средство. А по правилам дорожного движения у нас транспортные средства, для них есть специальные зоны, где им ездить можно и где нельзя. То есть у нас есть такой пункт 9.9 называется, по которому транспортные средства не могут ездить по тротуарам, по пешеходным дорожкам, в том числе по пешеходному переходу. Со скутерами ситуация аналогичная. За весенне-летний период по вине несовершеннолетних скутеристов произошло 14 аварий. Есть пострадавшие. Так как на юных гонщиков не действовали уговоры по-хорошему, со следующего года сесть на своих железных коней они смогут только при наличии прав категории М. Чтобы получить данное удостоверение, необходимо сдать теоретический экзамен в ГИБДД. И даже 16-летние водители, которым разрешено выезжать на дорогу, обязаны будут иметь данное водительское удостоверение. Ну, естественно, не получая этого водительского удостоверения, водитель несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Впереди осень и зима. Для вело- и мотопокатушек совсем не сезон. А значит, у юных водителей будет возможность выучить правила дорожного движения и приучить себя неукоснительно соблюдать их. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.